Шум и дым с веранды 200-го детского сада в Заволжском районе Ульяновска привлек внимание проходившей мимо женщины, чей ребенок ходит именно в это дошкольное образовательное учреждение. О том, что именно происходит на одной из веранд, догадаться можно было уже по запаху, а когда в кадры попала развеселая компания, коптящая мангальчиком на месте для детских летних прогулок, последовали совершенно логические вопросы. Вот эту ситуацию не хотите объяснить? В смысле соседнего дома? Я сейчас снимаю это на видео. Здесь детей нет. В смысле здесь детей нет? На территории 200-го садика сейчас граждане жарят шашлык. Объясните, пожалуйста. Извините, пожалуйста, вы кто? Я родительница. Мой ребенок ходит сюда в садик. А вы здесь сейчас жарите шашлык. Вы вообще что ли? Очень хорошо, что мы сюда попали. Хорошо, это видео попадет в нужные руки. По факту нахождения посторонних, разведения открытого огня на территории детского сада и обустройство импровизированной точки общепита в месте, предназначенном для игр и прогулок детей, уже проводится служебная проверка Управления образования городской администрации. Да, в детском саду действительно произошел вопиющий случай, которому нет и не может быть объяснения. В данный момент проходит серьезное служебное расследование, по результатам которого будут приняты меры самого жесткого административного воздействия. Дело в том, что образовательная организация, детский сад – это учреждение закрытого типа. И недопустимо, чтобы кто-то позволил себе прогулку или отдых на территории детского сада.